А теперь внимание, в каше я приготовил перловую кашу с опятами. Теперь, когда каша у меня практически готова, я добавил сюда сыра, немного вот так вот перемешаю. Так. Вот, и как ты думаешь, что я сейчас сделаю? Что ты сейчас делаешь? Есть идеи? О, можно в духовку, чтобы вот, все запекло вот, с корочкой. Вот, все верно. И она запечется с корочкой. Вот так вот, друзья, просто-напросто перемешал кашку, добавил сыр и отношу ее в духовой шкаф. Ведь благодаря съемной ручке этого ковша вы можете использовать его спокойно, как форму для выпечки или запекания.